다음 <목소리나> Рада приветствовать всех на своем канале. С вами Барыльченко Татьяна. И в моей серии последний набор купленный у Радуги Бисера. Тот сюжет, который вы еще не видели, он только выйдет. Но сегодня наверняка он уже вышел в продажу. Вы видите у меня в руках только набор. Но через несколько минут буквально вы увидите готовый отшитый сюжет, который, собственно, называется «Полдень». Да, лето неумолимо подходит к концу. Все цветы, все приятности, все теплые и солнечные деньки начинают уходить в небытие. У нас уже достаточно прохладно в Санкт-Петербурге, но, ну, надеюсь, погода еще подержится. Вот эти цветы, хорошее завершение летней вышивки в моем случае и хорошее начало чудесного набора с маками и с ромашками. У меня есть такой сюжет большой с маками и с ромашками. И вот сейчас есть возможность вышить маленький и показать вам, что же у меня получится. Это новинка этой недели и замечательная новинка. И мы сейчас очередной раз заглянем, что входит в набор. Ну, я думаю, что это только для тех, кто буквально мимоходом пробежал. Ко мне пробежал мимо и заглянул. Постоянные зрители уже знают, что в набор входит превью, входит э, схема, инструкция, собственно говоря, две картонные заготовки, как всегда размером 14 на 14, с одной стороны белого цвета, с другой стороны не белого. Замечательная основа, ой, какая она красивая! Я не могу, я каждый раз беру, да, и каждый раз уже жду результат. Потрясающий результат! Очень хочется, да, вышивать я буду на квадратных пяльцах. Я сам покажу, запялю и покажу. И, собственно. Здесь 15 цветов бисера, 15 цветов бисера, я уже сказала, красивых, ярких, замечательных. Я очень люблю все цвета, которые, вернее, все фактуры, которые я люблю. Очень хорошо для ромашки сочетаются вот эти два цвета, такой снежный, матовый, да, и обычный 46102. Красивые, яркие, насыщенные цвета и э, ниточки, любимые нами, многими любимые вышивальщицы, и иголочка Джон Джеймс, хорошая, остренькая иголочка, которая хорошо входит в бисер, и, в общем-то, ее хватает на отшив нескольких работ. Так, так же, как и ниточек, в общем-то, доста достаточно. Я приступаю к вышивке. Сейчас вам покажу, как я организовываю свой процесс и э, буду делиться своими впечатлениями. Итак, друзья, я обещала показать, как организовываю свой процесс. Все просто в пяльце квадратные от Нурги. Это 16,5 сантиметров. Ну, тут меньше, здесь 14, тут 16. Я запялила ткань. Легко. Знаете, в первые разы было сложно, сейчас просто опустила на рамку ткань, потом прикрыла вот этой рамкой и подкручивая, натягивала. Тут, конечно, сильно не разгуляешься, немного ткани, но, в принципе, чем хороши нурги, они очень хорошо держат, да, запяливают. Вот, смотрите, здесь 14,5, 145, здесь 16,5. Номер 2. Сразу вам покажу. Теперь, что важно. Чем отличаются вот эти нурги, да, пластиковые, от нурги, которые с вот такой защепкой, с металлическими? Для вот этой ткани вот эти рамки более щадящие, они не повреждают основу. Поэтому я вот смело запяливаю. У меня, да, сейчас у меня здесь магнитик, чтобы парковать иголочку. Маленький магнитик, я специально их когда-то покупала, вот в таком вот. Сейчас я эту штуку использую накрывать силиконовый коврик. Да? Для чего мне нужен силиконовый коврик? Сейчас у меня бисер на вот такой тарелочке. В принципе, у меня есть органайзер, ну всего три цвета. Эта тарелочка скользенькая, ею удобно пользоваться ну, на начальном этапе. Да? Очень хорошо ходит по ней иголочка с бисером. Потом, когда у меня устают плечи или шея, и мне нужно откинуться в кресло, я закреплю. Сейчас я его помыла просто. Видите, он мокрый немножко, коврик липкий. Если вопросы возникнут по поводу липкого коврика, я его когда-то давно брала в прайсе, Сейчас их там вроде бы нет, но они есть на Alix. Ой, нет на Валберис, на Валберис, ну, Алиэкспресс в том числе, конечно, Валберис Сазон. Недавно покупала одна моя коллега, я ее тоже подсадила на радугу бисера, и она купила на Валберис липкий коврик для автомобиля, на нем держать телефон. Почему он липкий, да, кто не знаком, он действительно вот немножко клеится, да, вот если я вам покажу. Его помыли, и он снова в работе, и липкий слой возвращается все время. Этим ковриком я пользуюсь уже много лет. Вот он такой маленький, потому что я его вырезала под специальный контейнер и носила с собой. Он с крышечкой. Я вот не нахожу его здесь он не рядом у меня ну ладно сейчас я из этого контейнера вынула потому что другой резать мне не хочется и он вот у меня лежит здесь я его закрепляю магнитами ну собственно вот этими и вот у меня еще большой магнитик есть закрепляю этими магнитиками чтобы он не ездил но его и закреплять собственно не особо надо он, он видите держится сам в общем его цеплять не надо для чего я его закрепляю потому что я могу ниточкой за, ну, зацепить и чтобы вот он не задрался бисер на нем лежит хорошо на этом коврике я показывала в предыдущем видео вот он видите чтобы я не делала отсюда коврик не уходит сейчас пока на начальном этапе мне коврик не нужен я буду вышивать без него да как я сказала уже последние отголоски лета буду вышивать и получать удовольствие а знаете почему потому что здесь очень красивые яркие цвета краски настроение такое яркое и в этом году, мне кажется, я цветов не вышивала вообще. То есть цветы у меня были в планах, но не случилось. И сейчас я с большим удовольствием буду приступать к этому процессу. Мне нравится пейзаж. Вот как можно в маленькую картинку в такую вместить вот все, понимаете, перспективу, цветы, настроение, яркость, лето. Ну, в общем, все, да. Все, я вышиваю и буду делиться. Вряд ли это будут какие-то промежуточные результаты. Здесь все как обычно. Что интересно, что э, у меня очень сильно удлинился процесс вышивки э, в пяльцах, безусловно. Но без них никак нельзя. И поэтому, если раньше у меня вышивка занимала 4-5 вечеров, то теперь это примерно от 5 до 7 дней. Ну, вышивать приходится побольше, чем 2 часа в день. Побольше. Ну что? Не поверите, но процесс двигается. И, конечно же, я включила вам это для того, чтобы показать, что сейчас рождается волшебство. Рождаются маки. Я не знаю, насколько передает камера, а вообще она как-то конкретизирует, не делает эту картинку какой-то такой абстрактной и в то же время очень яркой какой-то слишком конкретной. На самом деле, вот эти маки я увидела только первые красные лепесточки и понимаю, какой, какая красота меня ждет впереди вот настоящее волшебство. Распускаются маки. Пока это просто картинки симпатичные, да, схематичные а скоро мы получим настоящие красивые цветы. Хочу сказать, что ромашки тоже интересно проработаны. И здесь используются два цвета би белого бисера. Кстати, вот удивительно, вот так. И бел белый бисер двух фактур. И вот ощущение, камера жалко, не передает, но ощущение, что ромашки такие объемные и живые. Вообще очень сюжет. Облака, посмотрите, насколько настоящие облака насколько замечательно смотрятся елочки вдалеке. Вот маленькие картинки вмещают в себя потрясающий сюжет. Жду не дождусь, когда закончится вышивка маков, и я смогу вам уже показать эту картинку целиком. И сама, естественно, жду не дождусь результатом. Но маки это мое все. Много я их вышивала на самом деле, и у меня ни одной картинки маков не осталось. Удивительно. Я Подарила все маки, какие у меня были. А их было немало, поверьте. И вот сейчас маленькая картинка с маками, но у меня все-таки будет. Вы не отключайтесь, буквально секунда, и вы увидите уже готовый результат. Готова моя работа. Я могу теперь, сняв ее с пялец, показать вам в готовом виде хочу сказать, что это была... Вот каждая работа, которую вышиваешь, рождает какие-то чувства. Да? Есть механические действия, когда ты просто пришиваешь бисеринки. А есть чувства, эмоции, которые ты вкладываешь в данный момент в то, что делаешь. И вот здесь да, такая раскраска антистресс. Когда клеточки или в данном случае не клеточки, а шарики, в которые мы заполняем бисеринками, они прям вот наливались краской. Такой вот объем, такая красота, да, пахнет такой свежестью, дышит такой свежестью, такой некой свободой, вероятной. В общем, закончила я этот процесс с большим удовольствием. И сейчас я его буду оформлять и делиться с вами уже готовым результатом. Работа закончена. Я ее оформила, как всегда. Отрезала кусочки картона, приклеила жгут, шнур для того, чтобы использовать в качестве подвеса. Я не приклеиваю магнит, потому что... Ну, не вижу смысла, да, ее куда-то, например, на холодильник. Я, мне всегда жалко, что она загрязнится, потому что холодильник это всегда такая жирная пыль. У меня есть прекрасное место, который, на которое можно было бы примагничивать, но оно все время закрыто и не будет видно эти чудесные работы. И поэтому я заранее знаю, что я буду использовать в качестве э, пано на стене. Пано будет, когда уже будет побольше сюжетов отшито. Да, теперь у меня такая задача коллекционера накопить отшитых работ и их компоновать каким-то интересным образом, чтобы было на стене что-то интересное, красивое. Есть у меня место под них, я уже об этом говорила. Причем их можно и в длину вешать в узких простенках, да, и как-то вот компоновать асимметрично, возможно, сейчас так модно. В общем, эта работа была чудесная. Она Дышит таким воздухом невероятно, таким солнечным светом, теплом. Мы тут недавно были за городом и, к большому сожалению, работа еще не была закончена, чтобы взять ее пофотографировать в траве. Ну, нет уже, конечно, маков, во всяком случае, время их закончено, но, тем не менее, такие очаровательные, красивые цветы. Ну, вообще, такой чудесный, уютный пейзаж. Теперь у меня есть коллекции плиток и... В общем-то, самые приятные впечатления от результата, безусловно. Ну, отшив есть отшив, и никуда от этого не деться. Это наше хобби, это наше удовольствие, это любовь на всю жизнь. Естественно, я с большим удовольствием буду от этого производителя ждать какие-то сюжеты на осеннюю или около осеннюю тему. И, безусловно, буду их отшивать и делиться с вами. Ну и закончить это видео хочется, пожелав вам отличного настроения, здоровья вдохновение и, возможно, желание вышивать. И обязательно, обязательно под этим видео оставьте свои комментарии. Я всегда их жду с нетерпением. Это и есть ваша плата блогеру за его работу. Безусловно, обратная связь, она дает не только какой-то информационную несет нагрузку, но и эмоциональную нагрузку, без которой, в общем-то, очень сложно существовать в интернет-пространстве. Хочется понимать, что твои видео не уходят, твой посыл не уходит вы никуда. Поэтому обязательно мне пишите, я ни в коем случае на этом не настаиваю, но вот такие у меня пожелания к моим зрителям. Спасибо вам большое за то, что вы всю эту серию вот эти вот... Четыре недели были со мной, посмотрели эти ролики. И я надеюсь, что это не последние ролики, посвященные плиткам. Я сейчас с вами прощаюсь, прощаюсь ненадолго. Мы обязательно с вами скоро увидимся. Всем пока!